Ежегодные осенние ярмарки пользуются большой популярностью среди горожан. Цены на них обычно ниже, чем на рынке. Каждый человек, пришедший на сельскохозяйственную или универсальную ярмарку, сможет приобрести качественный товар местных сельхозпроизводителей по приемлемой цене. На центральной площади 26 сентября и 10 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, а 24 октября, 7 и 21 ноября, 5, 19 и 26 декабря 2015 года и 16 января, 13 февраля 2016 года на площади перед кинотеатром «Октябрь» будут организованы универсальные ярмарки.